Суперкубок. Суперкубок на нашем стадионе. А? На нашем стадионе Суперкубок. И мы устроим им наши черкизы. Наши черкизы. Наши черкизы. Парни, ну что, соскучились? 1-0! Все, все прилегающие территории, все заполнено Спартаком, как всегда. То есть мясо, как всегда, тотальное превосходство. Парни, ну что, соскучились? 2 месяца пролетело. Мы снова в деле, мы снова на футболе. Мы начинаем сезон суперкубком. Спартак, Локомотив. Да. Друзья, буквально 50 минут до футбола. Все прилегающие территории, все заполнено Спартаком. Как всегда, то есть мясо. Как всегда, тотальное превосходство над всеми. Я думаю, сегодня 80% от общего количества будет Спартака. Перед нами сейчас стоит один человек, который не один десяток лет уже едет за Спартаком. Вопрос: как тебе сегодняшняя атмосфера на футболе? Ну, просто замечательно. Атмосфера такая весь, какая. Ну, тебя удивляет то, что сегодня 80% стадиона красно-белое? 90, я поправил 90. Тебя. 90, да. Я билет хочу показать. Покажи его всем, блин. Это памятный билет на Суперкубок. Ни о чем, ни о чем. Это полное говно. Ни в цветах, ни одного, ни другого клуба не присутствует. Это неправильно. Главный вопрос: кто сегодня возьмет кубок, если отбросить симпатии клубу? Ну, по игре, если. Мы все время пели песню, когда мы были маленькие. Суперкубком овладеет Улева, Москва. Спасибо, Дарья Киштак. Верим, поверим. По футбольным законам Улева, давай зажги вопреки всем разговорам. Вперед зажги, еще чуть-чуть, осталось так немного. Играй свою игру и снова станешь чемпионом. Счет 0-0. Впереди дополнительное время. 2:15. Короче, счет 0-0, в часах уже 23-27, поэтому посмотрим, что будет дальше. Один ноль!
куда попал. А мяч по центру попал. Какой по центру? Тебе по центру как? Скажи привет, Патрия. Привет, как тебя? Меня зовут Силва. Как тебя зовут? Это наши болельщики. Это наши болельщики попросили. Скажи привет! Это Фратрия! Привет, ребята! Удачи вам! Спасибо, спасибо! Всего самого доброго! Спасибо! Назад! Фратрия! Чемпионы! Чемпионы! Оле! Чемпионы! Чемпионы! Оле!